Здравствуйте. Сегодня у нас нож на тестах Paramilitary 2. Спринтрановская серия. Сталь на клинке S35VN. Накладки коричневого цвета G10. Нож новый, не точился, не правился. Проверяем заводскую заточку. Клипсу я вчера переставил, потому что она стояла изначально в этом месте. Я ее переставил в это место. Теперь смотрим заводская заточка. То есть клинок, заточка родная с завода. Ну, вы видите, заточка нормальная. Замочек в самом начале. Градус заточки я пока не могу сказать, потом скажу чуть попозже дома. Посмотрим. Ну, так как она резать будет, это мы и так знаем, как она работает. Нас интересует именно сталь, и меня интересует именно по костям и по баночке. Время покажет. Начинаем наши тесты.